французский брат. Говорит слепой. Я желаю. Прекрасно, прибыли. Жесткий. Саня, что ты стоишь около этой машины? Я ячки надену. Солнцезащитный. ГИБДД в машину строимся. Да светит просто лицо. Сержант, куда сломки машину строят? У тебя очки на шлеме, ты зачем второе дело? А, Саня? По-французски у меня отец прав, лишних слов не надо говорить. Все, понял, ничего. Капец, обменял две бронзы на зажигалку. Что там, ГИБДД приехал? О, да. Пинг, говоря по-французски. Сейчас он сейчас толкнет за этот поезд. По-французски, посмотрите, что флаг не выдастся. Кино не будет, на самом деле. Про французский ЯР пишется. У вас этот сотрудник этот ездит на микроавтобусе. Он был бывший водитель маршрутки. Что-то позаритесь. Что там видите? Да, сейчас, секунду. Я лучше к Барбаловску выпаду, если деньги кормить. Я бы не работал. Я купил бы себе бизнес. Пацаны, у нас Юрка этот самый. Ну, убил, короче. Будет сиська. Я споткнулся. А, как бы сами сразу смотри, как новая рублевка, подъезжаешь к ней сразу направо, там это, есть деревенька. Новая рублевка. Ага. А там сразу же, вот, подъехал к новой рублевке и сразу же направо. Стребители, смотри, побежали. Нас не загонят. Чё, я пропустился? Я там в маяке. На мат, ой, можно... сейчас, стой, сейчас на дверь направо, сейчас на пока побежали. Нет. По дороге этой. Я бежал за какими-то пацанами. Можно один минутку?
чтобы вы наказали. А хотя. Нет, маску не надо. А вы найдете нас, мы в маяке будем сидеть. Бежать, блин, ты бежишь, проверь. Ой, это что такое тут? А, это ты. Ты куда побежал? О, ну так, как страшно, там поклали долги. Нас найдут. Они там за нами. Нас не точно. Я создал свою криминальную банду. Интересно. Так, что ты еще сделал? Банки грабил? Я бил беременную. Я вообще бандит, да? Я жил. Я знаешь, кого убивал? Я убивал старушек беременных, которые еще и детские, понял? Ах ты собака. Всё. Как ты туда запрыгнул? А, легко. Что, я пойду пока отойти из себя. Все, встал и. Блин. А, видишь? Все, давай, вот тут не буду сидеть. Все, и тупо будем ждать их тут. Все, давай. Тут типа мы нашли оружие, дубинку, М4. Хочешь дам? Не, дай мне диву. У нас еще обойка, заложник. Сядь. Вон они. Я их вижу. Давай я машину блокируем просто это выход. Пусть скрим мои заблокируют. Вот сюда иди вот. Капец, почему у меня стрёмно? Их много. Так, Соти, сейчас я им заберу. Сейчас я им заберу. Джек, стой, не упади! И тебя толкают туда, да, будет. У меня нет оружия, если на крышу. Знаешь, как подниматься на крышу? Не купил какой-нибудь башню, блядь, блядь. Значит, оружие, хоть дробовик. На. У тебя бутон фрапс? Альдо, Альдольф, это не маска, Альдольф. У них один заложник наш. Спасибо. Пацаны, кому вы нас убивать будете или заложники брать? Или что-то типа такого? Я не знаю, маска нужна. Карают. А нет, с чем мы с тобой сам первый идем? Да я знаю. Добра. На альт. Короче, сейчас мы заходим, штурмуем здание. И просто вы не стреляйте в нас. Просто мы штурмуем. Скажи, сейчас, подожди, чтобы Джек спустился Раш, на третий этаж. А. Да не стреляйте, что они не должны умереть. Джек, ты где? Я вот на третьем этаже, ты где? Свой, я там спрятался. Ой. Чё с ним сейчас убьют? А чё, нам защищаться или нет? Это не мы. Я буду стрелять в холостую. Куда вы сюда все идете? Объясните, пожалуйста. Это не страшно, как будто в натуре за мной ФСБ приехало. Я просто тут держу ход. Я вам не отдам заложника. Заложник мой. Я от него даже палец не отрезал. Чуха, сверху, 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 сверху крыша. Огонь по нам. Огонь. Лежать. Руки вверх. Знать, работает полиция. Ну-ка, руки. Заложники. Где еще один? А я не знал, где спрятался. Джек, уходи, ты бесишь.
Лёша, давай договоримся. В реальной жизни тоже скажешь заложнику, уходи, бесишь. Какой это шут? Вова, да, это помню. А я его съел. Вон они, вон они, вон на крышу. Как залезли по-французски? На крышу сидите. Вот сидит один бедненький. Крутой! Где вы? Я вот тут, прям на крыше, реально. Он где там маяки сидит? Здесь. Где заложники, Лёва? Не понимает, надо принимать. За вором сидит. А, вот. Слава. Ой, слева. Да, я же выхожу. МЗА, МЗИЛ, МЗА. Смотрите, тут наши полномочия все. МЗА, смотрите, заложники. Где же у нас полковник? Где заложники? Так, все, потом вы его должны отвезти в это, как его, в ваш участок и задержать там. Посадите машину, отключишь фрапс, потом, когда приедете в участок, включишь фрапс, типа, отыграешь ЛП. Стоять! МЗА. Сейчас МЗА отыграет, подожди. Ёб твою мать! Беги! Вот он, беги, Джеймс! Вот он, вот он! Беги, Джейк, беги! Вот он, вот он заложен. За машиной, за этой чертилой. Лёша, Лёша, где твой хаос? Иди сюда, наверх. Чё мне с ним делать? Чё ты выкидываешь сейчас? Давай, ладно, я сейчас там сфоткаю. Просто смотри, там нету ли ранения, либо нету ли то, что его избивали, не избивали. Ты сама чувствуешь, когда знаешь эту дорогу лучше, чем планируешь? Чёрт, тренировкой. Не отдамся живым. Бля, не бей. Сука. Не бей. Беги. Ой, он уже летом. Ой. Ой. Да не бей. Пошу. Александр, присаживайтесь. Сука. А, лошара. Оп. Оп. Как тебе гублей? Нормально. Оп. Оп. Я не остановлюсь никогда. Я не остановлюсь. Ну, конечно, давай, как мы работаем. Мы тут не будем. Ну, работу можно отменить. По-французски меня кикнуло. Я не смог поймать его, я с ним полрез. Заткни! Обиделся. Пошел плакать. Заткни. Выйдите отсюда. Отсюда выходим отсюда. Автондил у меня краш, вопрос закончит там. И все. Все, окей, я еще, еще раз сюда пытайтесь залезть в кабинет. О, окей, зависит. А, типа менты уехали, я могу вас спокойно застрелить. Квест по-французски понял. Привет, друзья. Это ты, ого. Ты что, не могу застрелить. Крышка. У меня новый заложник. Помню, руки вверх давай. 29, давай. 29. Все, у меня новые заложники. Все. Во, па. А ты че меня убил, Андил?
Автандил зачем? Я руки вверх хотел поднять, дебил. Ничего страшного. Что, что можно? Можно мои детей. А потом я тебе отрежу день. Понял? Посмотрим, блядь. Пошли раз на раз на кулаках. Французски говоря. Дига, блядь. Залей на ютуб и скинь мне это. Потом это на ютуб сможешь залить и мне скинуть? Все, спасибо, давай. Я тебе, если что, ну, скинешь мне. Гитлер? Да, ну и чё у тебя? Ты то, что ты его посадил за решёткой. Ну чё? Квест закончен? Да. Я тебе сегодня ещё и РПшку делал. Чё ещё делали? Я бежал за преступником полкарты, блядь. Привет. Смотри, блядь, они поймали, О, Дима! Джейк, ты в курсе, что у вас лидер чествует? По-французски мы квест сделали, а они это, где-то пятерка делала какую РП. Так, знаешь, по-французски прописывай. Так у него розыска нету. Так дай ему. Тут у нас... Так как я ему дам? Там типа...